реформа, пандемия, коронавирус. По вашему указанию, в Москве побывали ведущие министры вашего правительства. Os principais ministros do seu governo visitaram Moscou. Сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел. 2+2 в формате 2+2. Hoje foi realizado um encontro no formato 2+2 dos ministros das relações exteriores e da defesa. Мы работаем активно на международных площадках. Nós trabalhamos ativamente nos fóruns internacionais. Ну и несмотря на все ограничения, в прошлом году у нас рост товарооборота составил 87%. И, apesar de todas as restrições no ano passado, o crescimento do nosso comércio bilateral registrou uma alta de 87%. Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент. É uma alegria recebê-lo, senhor presidente. И надеюсь, что встреча будет полезной. Espero que o nosso encontro seja produtivo. Тем более, что Бразилия является одним из ведущих, ну, можно даже сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке. Это важная встреча. É muito importante, porque o Brasil é o principal parceiro nosso, parceiro comercial na região da América Latina. Добро пожаловать. Bem-vindo. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Я очень рад, и для меня большая честь ваше приглашение. Somos solidários à Rússia. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. Muito a colaborar em várias áreas. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. Defesa, petróleo e gás. В частности, в области обороны, в области нефти и газа, агрикультура, в области сельского хозяйства. И reuniões estão acontecendo. И встречи происходят между нами. Tenho certeza que até mesmo essa passagem por aqui dá um retrato para o mundo que nós podemos crescer muito nas nossas relações bilaterais. И я уверен, что этот мой визит в Москву – это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы. Agradeço o seu ato em conceder indulto a um brasileiro que estava na Rússia até o ano passado. Я благодарю вас за ваш жест, за помилование бразильского гражданина в прошлом году. Там estamos à disposição e tenho certeza que esse encontro será muito produtivo para os nossos povos. Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что этот визит, эта наша встреча будет весьма продуктивной. Muito obrigado.